Компания AD Stream была основана 20 октября 2010 года. Изначально жителям города были предложены курсы автовождения на категорию B, которые довольно быстро стали пользоваться популярностью. Тогда и было решено расширить сферу деятельности учебного центра. И сегодня AD Stream – один из самых крупных в Латгалии, имеющий филиалы в Даугавпилсе, Резекне, Краслове, Прейле, Зилупе и Лудзе. И во всех этих филиалах предлагается широкий спектр различных обучающих программ. Большим спросом у жителей Даугавпилса пользуются курсы по изучению иностранных языков. Немецкий язык, английский язык, также есть испанский, французский, ну и латышский, там категория на А, там на все эти категории мы тоже можем обучаться. Ну, я так понимаю, что и школьников это же обучать. Да, школьников обучаем по программе ЕЛЦ. Готовим к государственному экзамену. AD Stream предлагает также обучение по программам бухгалтерии и компьютерных знаний. Имеются курсы делового иностранного языка. Очень активно учебный центр сотрудничает с Государственным агентством занятости. В учебном центре AD Stream осуществляется программа обучения по купонам в сотрудничестве с агентством занятости. То есть мы предлагаем такие программы, как иностранные языки, компьютерные курсы, также бухгалтерия 1C. Кроме того, по купонам госагентства вы можете пройти курс обучения автовождению на категории C и D. AD Stream предлагает и корпоративные программы: латышский язык, тайм-менеджмент, управление конфликтами и мастерство публичных выступлений. И что немаловажно, курсы в учебном центре ведут профессиональные преподаватели с многолетним опытом работы. Центр AD Stream в Даугавпилсе находится по адресам: улица Парадес, 17, второй этаж, и улица 18 ноября, 104А. Телефон для справок 28 70 24 69. Подробная информация доступна также на сайте www.adstream.lv.